Золото? Весь зал из чистого золота. Витя, а когда последний раз выходной был? Выходной? Несмотря ни на что, дедовская жизнь по-настоящему классная. Ты проводишь жизнь в самых красивых местах на свете, знакомишься с интересными людьми и ничего не напрягает. А кто это? Родственник. А это Сонечка наш братец. Них нет. Он теперь с нами будет жить. Прикольно. Если вы не возьмете опекунство, лучше в детский дом, чем с тобой. Такие правила. Здесь очень круто, но музыка какая-то пафосная. А какая б тебя устроила? Их двое. Алло. Это не мои дети. Привет. Ты что здесь делаешь? Это мама и мои дети, дети сестры. Круто! Очень. Сестра дети. Я работаю как пес, сплю как лошадь. Шипишь как гусь и шьешь как курица. Что? Прости, пожалуйста, мне это очень смешно. Я понял. Ты больной? Тебе не нравится золотой зал. Пейдж на стол. Там, стоп. Ты всего лишь мое воображение. Я? Тебя вызываю, чтобы справиться со сложной ситуацией. Блин, Пушкин! Подскажи мне, что делать? Не будет работы, не будет зарплаты, ничего не будет. Все ок. Я никогда не смогу заменить им маму. Все ок. Жениться вы собираетесь? Да я не знаю! Все. Теперь все. Слезы, все. Скейтборды, все. Платья все. – это твоя жизнь. Здесь. Я. Пусть будет. Это того стоит. Золото. У нас праздник, великокняжеский вечер во дворце. Какой нахрен медведь?